Ну, говорят, тоже с Мали занимались, да? А? С Мали тоже занимались, говорят. Я не очень глупо занимался. А я полгода занимался с Мали. Не полгода, я 2 года без перерыва занимался, а потом 2 раза возвращался. Но я возвращался на Хастл Романтик и на Хастл Блю. Это 2 разные вещи, более спокойные. Ближе я и в Кафолке. Он называется Кафолк. Да. Мне не рассказывать, я там полгода ходил, поэтому все знаю. Просто мы что-то с вами там никогда не виделись, поэтому вас спросил. Это сказала девочка со Смайла, Мария Потоцка, что вы занимаетесь. Мы с ней в группе были. Мария Потоцка, знаете, да. Я с ней тоже был в группе, но потом она мне говорит, мы с тобой в одной группе были. Я говорю, я тебя не помню.